Всем привет! Сегодня поговорим о лечении триминга. Значит, вот посмотрите, у меня в корневом разделе 71 гигабайт занято, а всего 100. А обычно бывает 7 или 8 гигабайт. Как понимаете, это, скажем так, не совсем нормально. Значит, у меня лично хорошо подошла команда FStream пробел след пробел минус V. Она запускает триминг и хорошо чистит все разделы диска. Как это дело работает, я вам сейчас и покажу. Вот смотрите, 72,5 гигабайта у меня с половиной было, а сейчас уже 72,8. То есть вот раздел жесткого диска, он непрерывно, скажем, растет. Я пытаюсь его почистить при помощи программы. Специальной. Программа называется Stacer. Вот я тут куча всего там оно выделило. Вот. Вот 67.9 гигабайта, значит, было вроде бы как почищено. Возвращаюсь обратно. А как оно было, вон даже 77.2 стало. Ничего не поменялось. Программа разметки жесткого диска тоже показывает такие же, значит, вот дела. 512 гигабайт у меня было, значит, ESP, а используется там один с копейками. 8 гигабайт я сделал раздел своп, хотя позволяло и 16, но мне и 8 достаточно. Вот, видите, 100 гигабайт, 89,6 занято. А вот команда SUDO, пробел FStream, пробел slash, пробел минус V. Вот если раз в неделю такую команду будете делать, все у вас будет, скажем так, нормально. Очень для меня это оказалось команда удачно, видите, 8,1 гигабайта. Так что вот рекомендую всем.